Ребята, в гостях у нас тараканчик. Что мы сегодня ему делаем? Мы проверяем давление масла. Так, вот здесь находится датчик давления масла. Снимаем разъем, откручиваем на 24 ключика. Откручиваем и ставим вот такую вещицу. Манометр. Установили вместо датчика давления наш манометр. Вот он. Все, погнали проверять. Циферблат. О, давай. Да, я чуть-чуть газану. Она больше берет сразу. Давай. Дальше. Так, ребята, прогрели двигатель. Сейчас двигатель 70. Давление 2,1 бар. На холостых. Показываем. Двигатель 70 градусов, 71. Все в порядке, возвращаем назад датчик. Датчик давления масла возвращаем назад и наслаждаемся. Все, собрали все назад. Все на месте, закручено, поставлено. Все, ездим, наслаждаемся. Всем удачи!